Всем добрый день! Сегодня будем готовить карпа. Я уже рыбку свою почистила, присолила. У меня где-то килограммовый карп и пошло 1 чайную ложку. Теперь надо отрезать плавнички, голову, хвост и будем нашу рыбку жарить. Голова, хвост, плавники. Это все пойдет на уху. А мы сегодня будем жарить с яблоками. Так, рыбку порезала на 5 кусочков. Отрезаю плавнички. Так, теперь разрезаем рыбку вот таким образом. Около хребта. Так, вот эту косточку тоже отрезаем. И откидываем на уху. Рыбка у нас уже посоленная, теперь ее обваливаем в муке и будем жарить. Налила растительного масла. Рыбку обваливаю в муке и располагаю на сковородочке. Пускай пожарится с обеих сторон примерно по 5 минут. Пока наша рыбка жарится, мы займемся яблочками. Яблочки у меня семеренко. Они кисло-сладкие, твердые. Как раз для этого дела хорошо подойдут. Вырезаем серединку и нарезаем вот такими кусочками. Это все мы будем обжаривать в сливочном масле. Если ваша рыбка толстая, то надо обжарить и бочка. Ну, у меня рыбка не толстая, поэтому достаточно сверху и снизу обжарить. Пока рыбка наша дожаривается, мы поджарим яблочки на сливочном масле. Масло я положила 70 грамм. Вот такая золотистая рыбка у нас получилась. А если хотите, чтобы и яблочки имели золотистый цвет, можно слегка посыпать сахаром. Вот сейчас, когда они жарятся. Буквально неполная чайная ложечка сахара. Яблочки наши сготовились. Масло пускай стекает вот сюда, чтобы не было сильно жирно. А яблочки достаем, располагаем к рыбке и будем кушать. Аромат стоит необыкновенный. Рыбка с яблоками – это очень вкусно. Попробуйте, вам понравится. До свидания, всего доброго!